have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! И мы сегодня с вами в таком интересном режиме. Он про путешествия, про... О, вот эти вот ребята у тебя на плечах, они были? Да. Когда? Они были еще на рыбалке. А, понятно, понятно. Это я, значит, такой внимательный. Хорошо, да, сегодня у нас такая более приключенческая серия, не то чтобы приключенческая, тут нету каких-то прям таких заданий, что-то делать, куда-то бежать, какого-то паркура, нет, вы помните, у нас как-то некоторое время назад была серия по Neighborhood в Roblox, мы полагаем, что эта игра очень сильно похожа, мы сюда зашли первый раз, она нам выпала просто в рекомендациях, заспаунились просто в домике, взяли фургончик и поехали. Я так понимаю, что в этом и заключается основной геймплей. Мы просто садимся в фургончик и едем исследовать всякие интересные места. Тут у нас есть водопады, озера. Поехали, покатаемся. Будешь да. нашим водителем? Да. Тогда я сажусь как пассажир, и мы поедем сейчас исследовать, что у нас тут есть такого прикольного. Единственное, что нам предложили выбрать в начале, это просто наш начальный цвет фургона. Мы взяли наши командно-национальные цвета, поэтому фургончик у нас такого цвета приятного. И все. Оу. Что? А ездить мы будем сегодня, нет? Фургон застрял. А как бы я про то, что давай поедем покатаемся, а не поедем застрянем. А, давай как-то... Ща, погоди. Толкаем. Тебя толкнуть? Он в камнях застрял. Все. Его надо завалить камнем. Эй, Гризли, привет, дружище. Ты не против, если я возьму Садись. Сяду на тебя, и мы покатаемся на... А, он такой! Садись! Сядь! А! По-твоему, это реально была хорошая идея поговорить с Гризли, да? Мы же приехали на обычном фургоне. Если бы у нас был горящий фургон, то можно было бы ехать к медведю. Он бы сел в него и сгорел, но, блин... В обычном фургоне с гризлей разговаривать. Он хочет меня сожрать. А чего ты ожидал? Он меня сожрет. Ты выглядишь как вкусный обед. Потому что мы ладушки. А-а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 
чё, сделаю респект фургон? Респект, да-да-да. Ну, тут можно, короче, нажать F и перевернуть фургон! О, нормально. Сальтуха. А, мы вообще-то не внедорожник, а фургон брали, ну ладно. Все, поехали. А он выезжает тут? А он тут не выезжает даже. Вообще тяжелая дорога, тут пешком надо. Нет, сядь. Ладно, стой. Если мы просто бросим фургон, мы не найдем уже другой, поэтому я предлагаю оставаться с фургоном. За спауном фургона нужно идти очень далеко, чтоб тебя... О, вот сюда можно сходить пешим. О, давай пешим. На мосте поедем. На мосте. Поехать мы там не поедем, пойдем пешим. Пойдем посмотрим, что тут есть. Погоди. Надо изменить фургон. Зачем изменять фургон? Ну, надо его месторасположение изменить. Вон, на той стороне люди тоже пытаются на фургоне заехать. Красавцы, блин. Да твой. Ну. Только вы... Ты в водопад улетел? Да. Я видел этот эпичный момент, когда фургончик такой кирдык и все. Офигеть, ты живой, нет? Я живой. Я сейчас подойду за тобой. Это что вообще сейчас было? Это знаешь, когда два придурка собрались отдохнуть на природе. Что можно ожидать? Знаешь, у меня машина настолько быстрая, то, что она даже стоит со скоростью 100 км в час. Вылазь! Ты где? Я больше... Я в фургоне. Вылазь из фургона и вылазь из озера. Я вылез из фургона. Ты где? Я поднимаюсь на гору. О! А, здесь еще и утро бывает. Окей. Сейчас будет утро? Да, выплывай скорее. Сейчас. Я ж не буду... А, ты уже допрыгал сюда. Все, пойдем через мост. Полюбуемся местными красотами.
Блин, я только сейчас понял, что вот это вот 200, это у нас зефиринки. Мы же типа в походе, и у нас зефиринки. Да. Я почему-то думал, что у нас 200 туалетной тут можно, бумаги. Тут можно за зефирки взять и купить что-то. Например, я могу купить ковер для пикника и сам пикник. Ну посмотри, ну у нас зефирки так не выглядят. У нас так туалетная бумага выглядит. Ну глянь, ну это 200 туалетной бумаги. Блин, ну вид здесь, конечно, кстати, классный. Офигительный просто. Здесь очень красиво. Нет, знаете, вот реально, именно как с точки зрения приключений, здесь очень красиво, очень прикольно. Хм, я думаю, то, что этот гризли выглядит очень подходящей машиной для того, чтобы мы на нее поехали. Ну, если ты имеешь в виду поехать внутри его теплого желудка, то да, вполне. То есть, что это за большой каньон такой? Офигеть. Нет, ну, блин, место просто бомбическое. Офигеть, вот... Сейчас наступило утро, и я оценил весь масштаб. То есть ночью здесь было красиво, да, не спорю. О, тут можно тачку заспавнить. Да, тут только один гризли есть, да. Так, кто отвлекает, кто спавнит? Я отвлекаю, ты спавнишь. Он здесь! Вы через стену прошел! Это гризли, который ходит. А, тут есть шифт! Тут есть шифт! Гризли на меня! Сядь! Едь от него, я его отвлеку и по дороге сяду. А теперь ты ко мне садись. Все, сядь! Все, 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 чувак. Он нам помогает с толкача завести, все нормально. Валим. Только не упади, пожалуйста, никуда. Да не упаду я никуда. Едь по дороге, дорога желтая, желтая дорога. Ты что делаешь? Я всего лишь чуть не упал, ты че? Мне это почему-то напоминает фильм, как же он назывался-то? Тупой еще тупее. Они тоже на Вене ездили и творили всякую фигню. Ну зачем? Я не знаю, я сначала все нормально был. Тан-та-да-да-дан-тан-та-да-дан-та. У меня есть идея. Поплыть отсюда? Да. А как мы отсюда теперь выберемся, не подскажешь? Легко и просто. Берешь и выбираешься. Я так не могу, например. Слушай, я могу тебе взять и... Давай поплывем, а? Слушай, вот садись в фургон, я его потолкаю. Толкайся! Нет, погоди, нам нужно выбраться. Погоди. Его боком легко толкать. Вон, нам туда, пойдем. А я его уже толкаю. Идем сюда. Там, я думаю, можно будет выбраться на берег, и там я вижу что-то. А мы не могли просто взять с собой флайер, ну флайер, просто взять? Тут флайеров, по-моему-то, и нету. Чуваки, стойте! Заберите нас! Стой! Ой, я выбрался! Да ну стой! Ты что делаешь? Вообще тут люди вообще-то в беде. Ты говоришь, ноу! Ты посмотри на него. Я сейчас на него тачку отожму, и вообще хорошо будет, блин. Идем тачку отжимай. А ну стоять! Не-не-не, поздно, чувак. Поздно. Это ладушка лица. Садись! Все. Ты посмотри на его колеса, блин. А, он забуксовал. А как я у него в машине? Я просто запрыгнул в ней, я даже не сижу в этой машине, да? Да, ты даже не сидишь, ты просто взял, запрыгнул в нее. А как мне теперь из нее выбраться-то? Легко и просто. Как? Меня машина не выпускает, это машина проклята! Садишься на место, и я не могу... просто прыгаешь. О, фух, наконец-то. Толкай ее, толкай. Оу. Нет, чуваки, какую спасибо. Крути, фургон, он не знает F. У меня дурацкое предупреждение шифта вылезло. Едь! Чисто. Назад! Вперед! Вперед! Нет, дай я сяду. Нет, стой. У меня есть идея. Вот тут с краю, да, с краю. Во, все, выехали. Есть. Не упади, пожалуйста! Все, фургон наш. Мы захватываем этот фургон, теперь он едет в Грецию. Стой, где чуваки? Какие чуваки? Ну, которые с нами... Водители?
Ну, там был еще один. Я думаю, то, что... Два дятел. Мы взяли и украли тачку у пацана. Был пацан, и нет пацана. Так, ой, стой, что за грибок? Стой, стой, стой. Сзади. Ты хочешь взять гриб? А, во-во-во-во-во, вот эти грибы. Что это такое? Съешь этот гриб, давай, это тоже полезно. Не-не-не, спасибо, все, поехали дальше. Я передумал, что-то... Мне кажется, это не самая лучшая идея. Такой бредятиной занимаемся, блин. Вышли просто покататься, да. Перевернули тачку, упали с моста, бежали от гризли, украли другую машину. Так обычно люди отдыхают по субботам, да? Ты такой с утра просыпаешься. Что бы мне сегодня сделать? Пойду-ка на куролесю что-нибудь. О, там что? Там каньоны. А, не-не-не, мы в каньонах уже были, мне кажется. Давай-ка налево. Сейчас, погоди-ка. Я хочу налево. Вулкан, это... там вулкан. Ладно, раз там пукан, поехали туда. Ну, блин! Там, тут дорога тоже есть. Понимаешь? Нету, это не дорога, это тропинка называется. Она, ну, назад едь, ну, блин. Ладно. Ну, вон же трасса наверху, назад едь. А, там трасса? Там просто вулкан показывает ровно туда, куда я ехал. Стрелка туда. Он засунул свою собственную тачку опять. А у меня, короче, эта камера зависла на машине, и у меня... Я не двигаюсь, то есть... Я двигаюсь? У меня тоже... У меня только спидометр... Я могу знать... С какой скоростью он едет? Я могу знать, с какой скоростью я иду. Так, стоп, ребят, минутку. Да, ребят, нам пришлось немножечко зареспавниться, потому что мы ехали в чужой тачке, и у нас ее отжали обратно. Чувак ее просто респавнил в другом месте. Вот, кстати, этот дом, в котором мы начинаем, тоже очень приятный, очень симпатичный. Ну, а подождать не? Не, зачем? Не про нас. Слушай, поехали. Свой фургон, мы поедем на двое... Чтобы у нас был запасной фургон, отъедь. Да, да. Отъедь. Не-не-не. Отъедь! Ты на мне будешь за это. Ты мог спасибо. Его заспавнить. Все, пошли. Запасной фургон всегда хорошо. Ты более аккуратно едешь. Так, прямиком к вулкану, а то и сам туда. А, у меня фургон забагался. Гризли! Он у меня автоматически едет вперед со скоростью 100 км в час. Я пойду его зареспавню. Ща, погоди. Гризли, за мной. Ты что там Родео с Гризли устроил с фургоном, да? За мной, Гризли! Мне нужен ты. Почему у меня фургон багает? Я не знаю, почему. Так, вернись за мной, пожалуйста. Ща. Я только сажусь в фургон, он у меня максимально разгоняется на полную скорость. Сразу же, автоматически. Я и при этом ничего не нажимаю. Давай покатаюсь с тобой просто. Все, вези меня. А, ты уже сел? Ну, так быстро. Я на ходу запрыгнул, прям в форточку. Погоди-ка, идея есть. Я хочу ее протестить. Если, вот по сути, если я сейчас поставлю тачку тут, засвани свою тачку. Вот даже, я даже отъезжать не буду, именно на этом же. Да там сейчас. О, вечер наступает. Так. Садись в фургон сверху. Сейчас. Садись в него. Нет, погоди. Сверху, который. Да я не могу. Залезь тогда на мой фургон, потом на фургон сверху. Нет, у меня... Тогда ко мне залезь, у нас будет запасной фургон сверху. Давай, поехали, все, короче. Вали. Ладно, забей. Да пофигу. Блин, мы тут уже 2 дня провозкались, еще не увидели ни одной достопримечательности, кроме того, что медведь нас погрыз. Ну ты серьезно? Вот, еще а, медведь! Та-да-да-да-дан-тан, та-да-дан-тан. И вобрыв такой. Медведь покинул чат. Это Майкл Медведь. Самая редкая находка в мире. Медведь Джексон. А это, например, пещера непонятно чего. Пойдем в иглу. Говорят, что туда надо ехать. Давай в иглу зайдем. В иглу? Это чужая иглу. Привет. Не, ладно. Иди ко мне. А, поедем прямиком в пещеру. Ты что, монолит, будем... что ли? Иди ко мне. Твой путь завершен. Пещера Бэтмена.
Не, ну, блин, на самом деле, да, есть вот эти вот багулины с транспортом мелкие, то-то, сё-то, но это офигеть какой красивый режим, то есть, блин, тут реально очень круто, все это можно ездить, смотреть, и выглядит все классно, и смотреть, сколько здесь всяких мест, дорог, проходов, это вообще просто опупительно. Была бы, блин, ну у нас есть 3 слота под какие-то вещи, значит, здесь могут быть какие-то вещи, я хотел сказать, было бы... А? Пикники, тут можно обустроить пикник. Нет, я хотел сказать, было бы тут что-то, что могло бы отпугивать медведей. Пойдем пешим. Ну да, 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 конечно. Вот это тебя откинуло, конечно. Да пофигу на этот фургон. Если бы у нас остался бы запасной фургон, мы бы могли взять. Чтоб ты мог ездить на фургоне, пока ездишь на фургоне. Слушай, тут есть дейзик от медведей. Опа, карспаун. Слушай, карспаун. Погоди-ка, погоди-ка. Ага, это там, где можно... Блин, какая луна! Вот. Спрей от медведей? Да. Откуда ты его взял? Я не знаю. Ладно, погоди, давай мы поплывем. Откуда ты лодку взял? Я думаю, то, что тут слишком опасная дорога, нужно поплыть. О, вот инвентарь, кстати. Тенты, гир, кэмп. Ага. Улечу! Стоп. Эй! Я летал! Я умел! Ладно, ладно, сейчас погоди. Ага, что происходит? Полетели на горы. А как... А, вот так этим управлять. Ёлки, это же гораздо круче! Нет, 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 нет! Фух, я думал, как сейчас разобьюсь нафиг. Торнадо! Не надо, не надо торнадо. Я думаю, блин, вон торнадо, офигеть. Где торнадо? Торнадо, я должен на него посмотреть. Полетели в торнадо. Блин. Короче, эта штука, в смысле полетели. Ты понимаешь, что мы можем только со скалы где-то лететь? Или что такое? Он просто вверх не летит. Ну я же смог просто вверх полететь. Но он чуть-чуть летит вверх, а потом падает. На самом Всё, деле, я это была бы имба, наверное, если бы можно было просто лететь. Привет, торнадо! Я даже вижу это. Вот смотри, такая муха. И в мясорубку. Я кручусь. Хочешь жить, умей вертеться, да? Ой. Я тоже лечу. Нет, 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 у меня закончилась... Я кручусь. Я подхожу к торнадо сейчас. Интересно, что со мной будет. А, ребят, никогда такое не повторяйте, кстати. Если что, так, на секундочку. Блин, такой звук прям. Я могу в центр торнадо зайти? Помогите! Воу-воу-воу! Е-ха! Меня закрутило! Спасите! Блин, прикольно! Я вылетел с торнадо. На огромнейшей скорости, все, я полетел на снежные горы. На Кудыкину гору. Опа, меня вернули на землю. Аккуратненько положили. А что если в торнадо включить этот... Фургон? Не, не фургон, а крыло. Ну, торнадо от меня убегает. Торнадо меня испугался, короче. Видишь, какой ты? Так, давайте-ка, я сейчас зареспавнюсь, потому что я отсюда пеше не выберусь, ну, года за 4, наверное. Ты можешь полететь? Не, ну, не знаю, у меня с полетами не заладилось. Кстати, ребят, вот тут внутри, вот, такая есть комнатка уютная с наблюдением звезд, и вон там есть для любителей рыбы. А, и вот тут есть еще третье местечко, которое я раньше не замечал. Вот это вот офигительное, кстати. Просто сидеть и разговаривать. Помоги. Знаете, ребят, вот эта штука очень сильно могла бы вам подойти как студия для записи чего-то. То есть я сейчас что-то об этом подумал. Мы с вами всегда записываем в Koala Cafe, и там очень хорошо, но вот чисто как теоретически мы могли бы с вами наши новостные выпуски записывать как в Koala Cafe, так и здесь. Почему-то мне сейчас пришло в голову, но здесь, по крайней мере, очень уютно и хорошо. Так что, если когда-то такое случится, не удивляйтесь. Да. Так, против медведя в спрей убираем. Ладно, иди сюда. Я рыбачу.
Ну хорошо, тогда приятной тебе рыбалки. А на этом мы тогда сегодняшнюю серию будем потихонечку заканчивать, ребятушки. По-моему, очень классное, прикольное место. Вообще ни разу не пожалели, что пришли сюда. Мы его вам рекомендуем прям запросто. И мы точно сюда еще будем возвращаться. Тут очень круто. Да. Все, ребят, увидимся в других играх, в других бесконечных мирах Роблокса, потому что Роблокс нельзя пройти, Роблокс бесконечен, все это знают. На этом все, всем спасибо, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.